Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Путин рассказал об участии военных стран ОДКБ в параде Победы. Как сообщает ТАСС, по словам российского лидера, страна признательна за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в параде Победы на Красной площади. Уточняется, что туда входят Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. По информации издания, Владимир Путин ожидает всех глав государств, участниц ОДКБ на торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года. Отметим, что в военном параде на Красной площади будет задействовано более 20 видов техники, которые ранее не привлекалось. На этом пока все. А еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!